Добрый вечер всем участникам нашей большой семьи под названием «Футбольный клуб Родина». Я рад приветствовать сегодня футболистов, родителей, тренеров, персонал, администрацию, руководство, партнеров, спонсоров, почетных гостей. Сегодня праздничный день. Сегодня мы отмечаем победу футбольного клуба «Родина» в высшей группе первенства Москвы. И поздравляем наших чемпионов. Победу в чемпионате мы одержали с большим преимуществом. Однако этот сезон был весьма трудным. Нельзя забывать, что начали его мы в статусе новичка высшей группы. А по окончании первой части сезона наше преимущество было не таким внушительным. Однако тяжелая работа на летних сборах помогла нам вторую часть сезона провести на одном дыхании. И первое место мы гарантировали досрочно. Если этот сезон был сложным, то следующий сезон будет еще сложнее. Потому что традиционно у нас всегда максимальные задачи, только первое место. А первое место в премьер-группе и выход в клубную лигу – это совершенно другой уровень. И для достижения такой трудной цели нужно еще больше усилий и ответственности от всех участников нашей большой команды. Также хотел бы сказать и отметить, что достижение такой задачи было бы невозможно без помощи инвесторов, партнеров и спонсоров. Отдельная благодарность. Отдельную благодарность хотел бы сказать благотворительному фонду «Лига будущих чемпионов».